Сегодня ездили мы в светофор, купили вот, смотрите, вот такие розочки. Чайно-гибридная желтая. Это, между прочим, розочки с этой, с Новосибирска. Оттуда привезены. Ну вот, посмотрим, какие они у нас и что с них будет. Потом попозже покажем. Замачиваем сначала фитоспорине. Вот я набрала ведерко водички. Сюда высыпаю весь пакетик. Тут на 5 литров надо вот эти 10 грамм. Это чтобы обеззаражить корни. Вот сейчас посмотрим, что у нас тут. Да, сейчас мы начинаем разворачивать. Сюда мы высыпем земельку, чтобы она у нас не болталась тут. Вот. Вот, потом корневинчиком присыпем маленько. Вот, а пока мы его сюда опускаем, чтобы он у нас тут в фитоспоринчике, водички постоял. Ну, я его оставлю, наверное, до следующего дня. Сейчас второй давайте посмотрим, что у нас тут со вторым. Тоже так же. Земелька тут все замотана. Все замотано. Вот такой вот корешочек. Это мы потом маленько подрежу корешочек. Вот так немножко. А так вроде не гнилые, ничего. И эти укорочу, стволы маленько. И все, и посадим в 5-литровке. Приблизительно вот так посадим. Ну вот, у нас прошло 2 недели с того момента, как мы купили в светофоре розочки, мы вам показываем. Показывали, вот, и хотим показать, как они у нас подросли. Вот, посадила я их 19 марта. Там, наверное, корешочки уже дали. Вон корешочки. И так хорошо они у нас прямо пошли в рост. Вот, тут и мне пришлось баночку нарастить, так как прививку не закрывала. Ну, вот так, как смогла, так нарастила. Ну, как я их полила, так я больше их не поливала, потому что их, они у нас тут внизу на полу стоят. Здесь так это им хорошо, и не сильно яркое солнце. Вот такие у нас розочки. Тут еще там внизу стоят, но это... Некоторые пошли в рост. Да, некоторые пошли вот в рост, а вот... 3 штучки вот тут под мешочками, что-то они пока еще не шевелятся, будем так говорить. Ну, посмотрим. Мы их брали, это не в очень хорошем таком состоянии, они были полусухие, но вот мы... Засушенные. Да, мы их старались реанимировать. Вот что у нас получилось. Ну, 3 штуки пока у нас не вылазят эти почки, не просыпаются. Ну, посмотрим. Эту розочку у нас тоже мы покупали в светофоре. Она очень хорошо тронулась в рост. Но вот эту сухую надо будет мне подрезать потом вот так вот. Ну а вот тут вот мне это розочки, ну это мы купили. Это 5 штук зять мне дарил на 8 марта. Вот так они у нас подросли. Вот. Вот такие розочки. Вот. Это плетистую он подарил. Вот эту 5 штук. Вот они у нас уж так подросли.
Я ее из семян садила. Ну вот, хорошо так подросла. Тут у нас... А это у нас... Господи. Целозия. Тут у нас целозия гребенчатая, всякая разная. Тут вот в этих баночках, тут тоже целозия остаточки. Это шток розы у меня тут. Я садила. Какие-то худенькие. Ну, солнца мало. В смысле, мало. У нас погода такая плохая еще. То солнце редко бывает. Поэтому не хватает. Но на ночь мы включаем. Не на ночь, а вечером мы включаем им лампу. Ну, сегодня вот солнышко.